Сегодня у нас уже 5 сентября. Нетипичный садовод разбирается. Вот, хотел сделать небольшой обзор по Ориго Мебель. Вот, посмотрите, какие здесь шикарные, просто офигительные кресла. Вчера не мог подойти, потому что здесь столько людей, все сидят, и подойти просто невозможно. То есть вот такое вот интересное космическое кресло, так и называется, вот такая вот качалка. Вот, такое кресло «Волна». Кстати, очень понравилось, Оля Платонова здесь приезжала как раз с мужем. Вот, мужу понравилось это кресло, он просто не мог от него отойти. Настолько им понравился дизайн этого кресла. Просто офигительный, офигительный дизайн, слов нету. Вот кресло тоже. Здесь вот такие вот подножки есть. Вот кресло тоже. Такое. Вот, а посмотрите, какие крутые зеркала. Просто крутые. Просто красавцы. Вот даже я себя вижу. Вот это я. Вот, так что... Идем дальше. Вот такая вот штука. Посмотрите, какие внушительные колеса. Ориго Мебель. Тоже. Вчера был сам директор, тоже выступал, конечно. Вот, просто офигенная, конечно. Смотрите, красота. Вот, просто красота. Вот этот вот шар внутри. Просто шар. Я мечтаю уже о нем в саду. Вот такие, смотрите, подвесной. Такое просто кресло подвесное, просто офигенное. Ложишься и балдеешь, отдыхаешь, просто отдыхаешь. Вот. Даже сейчас вот сяду. Вот. И просто кайфую. Как классно. Вот. Потом такую барную стоечку я себе заказал. Вот. Я думаю, что это именно вот эта барная стойка уедет ко мне домой. Просто красота. Можно, кстати, на экспозиции ее использовать в дальнейшем. Но жалко, просто очень красивая. Вот этот трон, я не знаю, как его назвать. Гигантский трон. Здесь по двое детей садились, ложились, спали. Просто мягкая, балдежная штука. Вот. Если честно, хотел сюда залезть. Немножко полежать. О, знаете, я в шоке. Просто в шоке. Вот я залез, лежу в этом троне. Но здесь можно вдвоем лежать, если честно. Тут дети у меня лежали, дочка с сыном, вдвоем. Спокойно, планшет тут играли, короче, кайфовали. А вот здесь вот можно всякие, наверное, стаканчики какие-нибудь поставить. Если был бы еще это пониже, ну, не так антуражно бы смотрелось. Так что очень круто. Ой. Кстати, мебель они везде предоставили, на всех вот этих экспозициях можно было сидеть. Вот, Ориго Мебель. Такая вот каменная штука, тема. Здесь что-то... А, здесь ступенька такая вот, она из дерева, тоже классная. Вот, потом... Вот он, можно посмотреть. Вот этот трон. Вот Ориго Мебель. Посмотрите, шикарный чан, островище. Очень тяжелое, подняться не могу, физически не могу. То есть надо вдвоем или втроем поднимать его. Вот. Вот это вот известные их кресло. Шикарные, красивые. Да, вот. Так вот, ребята тут складывают, сейчас даже посмотрим. Главный наш организатор выставки. Мы снимаем последний день. Вот. Короче, народ здесь кайфовал. Я говорю, я в этот трон залезть никак не мог, а сегодня залез. А лишь подиум там. И подиум, да, все нормально. А вот смотрите, какой шикарный просто подвесное кресло. Просто фантастика. Вот просто ах. Ну, слов нет. Очень красивое. Вот их брендированный стенд Ориго Мебель. И посмотрите, сколько красоты присутствует здесь. Здесь как раз генеральная фирма, партнер, генеральный спонсор выставки. Здесь вот стенд агрофирма Агрохолдинг Поиск уже разобрали. Вот там стенды разбираются. Наш стенд еще стоит. Ждем водителя. Нетипичный фермер тоже разбирают. Вот. Так что, ребята, заказывайте, потому что супер мебель. Просто супер мебель. Настоящая, крутая. Вот такой стол. Посмотрите, какие лавочки. Просто крутые лавочки. Можно сказать, назвать космические лавочки. Вот это просто космос тоже, кресло. Так что такая вот Ориго Мебель.
на выставке нетипичный садовод, нетипичный фермер. Спасибо главному куратору этой выставки, основательнице этого мероприятия, Анна Акинина, конечно же. Сколько она собрала людей, вы себе не представляете. В истории выставок такого просто еще не было. Это грандиозное шоу. Просто грандиозное шоу. И здесь было очень круто. Очень круто. Все два дня мы сходили с ума от количества людей. Да, это было, конечно, удивительно. Вот ребята Organic Mix тоже уже стенд разбирают. Сами ребята уехали. Вот Виноградарь из Ульяновска уехал уже. Вот, смотрите, все разбирается. Вот. А мы вот здесь стоим еще стоим, пытаемся продавать, уже вон тролли подготавливаем, чтобы съехать наконец-то. Вот наш лейбл сняли, питомник Гортензии уже. Вот. И вот там вот идет разгрузка, погрузка, выгрузка, как говорится. Все здесь. Вот. Ну и, конечно же, Зёма. Здесь Зёма. Здесь партнер. Вот этот автомобиль еще пока оставили, где куча бабок, баксов было разложено. Вот, смотрите. Здесь был вход на экспозицию, заходили все. И вот этот крутой автомобиль, вот он, ретро Мак. Вот этот крутой рояль. Это вот то место, где была фотосессия. Вот. Сейчас мы подойдем, обязательно снимемся на видео. Вот, нетипичный садовод. Говорится. Вот. Не знаю, как себя поснимать, может, видно, не видно. Ну вот. Короче, круто. Было классно. Вот. Ну, я думаю, что всем очень понравилось. И таких мероприятий, как если было больше, это было бы круто. Вот. Сейчас мы еще пройдемся, покажем КРРФ. Вот здесь, кстати, стенд ЦИОН стоял. Вот, ЦИОН тоже разбирает экспозицию. Гигантские светящиеся буквы. Смотрите, сколько продукции они ЦИОН привезли. Вот, компания ЦИОН. Их не карета, продукция. Так. Ну и, конечно же, вот он, медведь. Мишка. Красавишка, как мы называем. Красавишка, Мишка. Вот он. С которым вчера фотографировались просто все. Ну, никому не лень, не могли не сфотографироваться. Мишка, блаженственный наш мужичок. Вот такая вот кора из мешка. Вот она, кора. Кора РФ. Вот она, кора РФ. Вот они, пенечки. Ходим мы тут. И вот он, носик Мишка. Мишка-носик. Его ушки. Посмотрите, какой красавчик. Просто фантастический чувак. Герой выставки. Здесь вот ребята сидели. Тут экспозиция была. Вот такие вот столы. Вот такой ресепшн. Смотрите, как интересно сделано. Да? Такой пенечек тоже для экспозиции оформили они. Ну, офигительно было. Круто, конечно. Слов нет. То есть мы ходим и наслаждаемся. Вот он, Миша. Я не знаю, как они его будут разбирать, конечно. Ну, вот он, Мишка. Мишка с другой стороны. Вот, нетипичный садовод. Посмотрите, здесь как дома, просто как дома. Приходишь и кайфуешь. И вот, пожалуйста, агрофирма «Партнер», генеральный спонсор выставки. Какие молодцы, что поддержали Анну, конечно. Слов нету, одни эмоции, потому что ребята красавцы. Во, вот вам ставлю 10-бальный лайк. Даже 30-бальный, 50-бальный, я не знаю. Ну, просто красавчики. Агрофирм «Партнер». Молодцы. За что мы вас и благодарим. Питомник-гортензий.рф. На 100% вам благодарны. Анюта, Анна. Все в вашей команде лайк. Огромный. Спасибо огромное. Питомник-гортензий.рф не прощается с вами и ждет вас на выставке, которая пройдет скоро. С 21 по 25 сентября. Выставка «Фазенда». Сокольники. Также выставка в Крокусе. Я буду спикером. Может быть, даже будем участвовать. Ну, новости ждите. Короче, новости будут. С вами был питомник-гортензия.рф. До новых встреч. Пока. Пока. Ну, наверное, пока.